Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша программа называется так: «Просто и понятно о деликатном». У нас в студии главный внештатный специалист, колопроктолог Евгений Геннадьевич Евтушенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Геннадьевич, ну, тема такая у нас немножко, она щепетильная, да? Скажите, пожалуйста, вот болезни прямой кишки, да? Они довольно-таки распространены. В каком возрасте наиболее часто к вам обращаются? И вот почему-то именно вот в этом возрастном рубеже какие-то появляются проблемы с этой зоной? Ну, я немножко для зрителей сейчас скажу, что колопроктология – это раздел, в общем-то, хирургии, изучающий болезни всей толстой кишки, в которую входит помимо прямой кишки еще и ободочная кишка, и вот анальный канал, и ряд заболеваний промежности также рассматривается обычно этой наукой. Да. Значит, что касаемо возраста, ну, конечно, заболевания в прямой кишке могут возникнуть в любом возрасте, но, как и большинство болезней, в общем-то, самый пик, наверное, наступает после 40-летнего возраста. Ну, это связано со многими причинами. Профессия колопроктолог, да, это такая, ну, немножко, ну, скажем, щепетильная такая, как я уже сказал, да, тема и профессия сама по себе. Вот с какими жалобами все-таки люди к вам приходят наиболее часто? Что вот их сподвигает именно обратиться к врачу? Ну, конечно же, это прежде всего нарушение стула, нарушение стула и какие-либо жалобы со стороны, так скажем, анального канала. То есть боли какие-то, да? Да, заднего прохода. Какие-то боли, дискомфорт, зуд, жжение, патологические выделения, выделение крови, выделение слизи, наличие каких-то образований, припухлости и так далее. Понятно, что все равно вот человек стеснительный, да, человек стесняется все-таки вот идти к врачу, и вот все какой-то есть психологический тоже барьер. Вот какой бы вы совет дали, чтобы вот этого барьера не было? Я считаю, что здесь просто нужно как-то, наверное, с детства, что ли, информировать людей о том, что при появлении каких-то жалоб нужно сразу же обращаться. Так же, как, вот, допустим, женщина ведь не стесняется обращаться к гинекологам, потому что это уже воспитание с самого детства идет, такая, так скажем, культура, что ли. И здесь тоже не надо стесняться этого. Ведь, вот, я думаю, что при появлении какой-либо симптоматики нужно сразу же обращаться. Единственное, здесь еще в нашей стране как бы не совсем это все охватывается на медосмотрах, вот именно эта патология, не совсем осматривается на медосмотрах. Но сейчас вот разрабатывается ведущим нашим учреждением Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии межрежих, ими разрабатывается, в общем-то, опросник такой, такая анкета, я думаю, которая будет утверждена вот на очередном там съезде, и она будет, наверное, внедрена уже в практику, где пациентам будет она предлагаться просто во время медосмотров, во время диспансеризации какой-то, и при ответе, при получении определенных там баллов каких-то, это уже необходимо будет точно тогда обратиться. То есть уже и врача они будет нацеливать, да, и человек они самого будет. Сами пациенты дома будут отвечать, им будет просто раздаваться, по крайней мере, так планируется. И при наборе, так скажем, определенного количества баллов, там будет рекомендовано к какому специалисту обратиться. Евгений Геннадьевич, а вот все-таки какие методы обследования, может быть, современные есть? Вообще, что входит вот в объем исследований именно вот колопроктолога? Ну да, кроме, конечно же, осмотра врача и каких-то вот физикальных методов обследования, также применяются все современные методики. Это эндоскопические методы обследования, потому что толстая кишка, конечно, труднодоступна.
какому-то осмотру. Это прежде всего колоноскопия высокой четкости, когда, в общем-то, визуально осматривается вся слизистая толстого кишечника, потому что все львиная, так скажем, доля всех заболеваний все-таки начинается со стороны слизистой толстой кишки. И здесь необходима, конечно же, качественная колоноскопия. Ну, также, конечно же, современные ультразвуковые методы исследования. Существуют сейчас специальные датчики именно для исследования прямой кишки. И, в общем-то, диагностическая ценность этого метода тоже очень высока. Сейчас это для нашего региона, в общем-то, довольно новое тоже исследование, но, тем не менее, оно у нас уже тоже появилось. Я надеюсь, что это также будет широко использоваться, как и, допустим, обычное ультразвуковое исследование брюшной полости там, или мочевыделительной системы, гениталии и так далее. Вот. Это, конечно же, и компьютерная томография, и ядерно-магнитно-резонансная томография. У 7 человек из 10, да, вот по статистике в мире вообще, да, все-таки выявляются заболевания вот прямой кишки, там, заднего прохода, да. То есть, вот на самом деле, а вот какова заболеваемость, например, в Ульяновской области? И есть какая-то тенденция, например, к увеличению этой заболеваемости? И что, почему, если есть такая тенденция, то почему это возникает? Вы знаете, вот что касаемо статистики заболеваемости, тут, конечно, опять же, из-за особенностей, так скажем, локализации, что ли, болезней, со статистикой тоже не совсем все понятно. Uh-huh. Допустим, официальная статистика, она немножечко ниже. Опять же, это связано с чем? Потому что не все, конечно, обращаются. Многие занимаются самолечением, многие просто где-то что-то читают, пользуются так называемым сарафанным радио, там друг с дружкой общаются и друг другу все это передают и так далее. Вот. Ну, на самом деле, да, заболеваемость очень высока. Допустим, если взять геморроидальную болезнь, то по официальной статистике распространенность примерно 140-145 человек на 1000 населения. Это много, официально. Да, это очень много, это официальная статистика. Она, по данным Всемирной организации здравоохранения, достигает 50 даже процентов. Это еще по обращаемости, да? Просто да, по обращаемости, да. Вот. Что касаемо Ульяновской области, ну, я думаю, что у нас точно так же все обстоит. Вот примерно 140-145 человек на 1000 населения страдают теми или иными болезнями. И, ну, в частности, наиболее распространенной болезнью среди колопроктологических заболеваний это хроническим геморроем или геморроидальной болезнью, как ее называют специалисты. Ну вот геморрой или геморроидальная болезнь, вот мы к ней сейчас подошли, к этой теме. Скажи, пожалуйста, вот насколько все-таки вот причины, каковы причины, которые приводят, насколько они важны вот эти? Может быть, это образ жизни, может быть, это какой-то возрастной ценз, да? Может быть, еще какие-то вредные факторы? Ну, то есть, вот что может привести? Может быть, действительно, там какие-то профессиональные, да, тут тоже какие-то аспекты у человека провоцируют? Я сейчас попытаюсь немножечко объяснить для телезрителей, которые, в общем-то, не связаны с медициной, наверное, что это такое. Геморроидальная болезнь – это патологическая увеличение геморроидальных сплетений, которые клинически проявляются различной симптоматикой. Я хочу сказать, что геморроидальные сплетения, они существуют у нас в норме у всех. Человек рождается уже с ними, они играют роль в держании содержимого прямой кишки, или, как это называется, континенция. Крови наполняясь, они, в общем-то, герметизируют анальный канал, потому что мышцы и сфинктерный аппарат самостоятельно, конечно, не могут все это удержать. А вот при появлении клинической картины, вот в этих как раз сплетениях геморроидальных происходят определенные изменения. Существуют, в общем-то, две основные таких теории. Одна из них сосудистая теория, когда происходит нарушение кровообращения в этих узлах, как артериального кровообращения, так и венозного. Здесь надо сказать, что ошибочно думать, что геморроидальные сплетения – это вены. Это не вены, это сложные, в общем-то, такие артериовенозные образования, в которых есть и соединительная ткань, и мышцы, и каверны, и так далее. Допустим, даже то, что кровотечения артериальные,
алой кровью. Это говорит о том, что там присутствует непосредственный приток артериальной крови. И вторая теория – это механическая теория, когда происходит ослабление связочного аппарата, соединительно-тканного аппарата, и, в общем-то, они начинают, вот те, которые в норме существуют, узлы, они начинают, не удерживаясь в анальном канале, они начинают выходить за пределы анального канала, воспаляются, опять же, включается такой патологический круг нарушения кровообращения, воспаления и так далее и тому подобное. Вот. Ну, все это происходит, конечно же, с течением времени. Потому что в молодом возрасте, в детстве это крайне-крайне редко. Здесь, хотя тоже бывает, да? Да, бывает. Здесь, конечно, безусловно, имеет значение какие-то наследственные факторы. В частности, слабость вот, соединительно-тканных структур. Так же, как у пациентов бывает склонность там, к грыжеобразованию, допустим, к варикозной болезни. Там, где соединительная ткань слабая, здесь тоже это может играть роль. Причин, в общем-то, очень много. Основные из них это, конечно же, повышение внутрибрюшного давления, это может быть ожирение, это могут быть хронические упорные запоры, это может быть тяжелый физический труд, это может быть малоподвижный образ жизни, гиподинамия, длительная сидячая работа. Вредные привычки. Вредные привычки, безусловно. Вредные привычки, курение, употребление большого количества алкоголя. Питание, наверное, тоже, да? Да, безусловно, и питание. Все, что приводит, конечно же, к нарушению стула, как запоры, так и наоборот диарея. Да, диарея. Все это способствует и механическое, и химическое раздражение этой зоны, повреждению слизистой и, в общем-то, пролоббированию этих узлов и возникновению в них воспаления. Ну, в принципе, причины вполне понятны, да, поэтому сейчас, я думаю, телезрители тоже так слушают внимательно, да, и, может быть, какие-то из факторов исключат хотя бы, да, из своей жизни. Ну, хотелось бы. Хотелось бы, да. Евгений Геннадьевич, ну вот по лечению хочется спросить, геморроидальная болезнь, вот именно, да, вот о ней, если говорить, каково лечение, да, всегда ли можно обойтись консервативным лечением или какими-то малоинвазивными методами, или иногда приходится прибегать к хирургическому методу, и когда это происходит? Да, конечно. В общем-то, если все это выявляется на ранних стадиях, обычно это все-таки удается все скоррегировать консервативными мероприятиями. Это нормализация, прежде всего, стула. Если это, допустим, запоры, то применение соответствующей диеты, применение каких-то добавок, даже не медикаментов, это добавок к пище, содержащих большое количество пищевых волокон и клетчатки, да, чтобы кишечник нормально работал. Это активный образ жизни, занятия физкультурой, исключение вредных привычек. Ну и, конечно же, если клиническая картина уже есть, мы назначаем консервативное мероприятие, консервативное лечение, медикаментозное. Это и применение каких-то местных топических средств, это мази, свечи, различные кремы, сейчас это тоже называется, они отличаются немножко от мазей. Вот. Это применение общих каких-то препаратов, допустим, препаратов, улучшающих венозный отток от прямой кишки и органов малого таза, и укрепляющих венозную стенку. Это так называемые флеботоники или флеботропные препараты. Даже вот какие-то ангиопротекторы, наверное, да, вот, которые улучшают сосудистую стенку, да? Которые укрепляют сосудистую стенку. Если все это не помогает, тогда, конечно же, уже существует большой, в общем-то, арсенал сейчас в современной колопроктологии. Это, безусловно, малоинвазивные какие-то методики. Это склерозирование узлов, когда вводятся туда специальные препараты, которые вызывают, в общем-то, такой химический ожог, что ли. Поверхностный такой, да? В подслизистом слое, в этих сплетениях, да. И кровоснабжение, развивается соединительная ткань, фиброз, кровоснабжение прекращается, уменьшается артериальный приток к этим образованиям.
Это различные способы легирования. Это легирование латексными кольцами, шовное легирование. Очень много. Это вот такой хороший современный метод, который у нас вот в отделении широко применяется. Допустим, это дезартеризация узлов под контролем ультразвукового датчика. При помощи специального датчика, введенного в анальник, находятся питающие артерии, узлы, которые впадают в них. Они доплеровский датчик, они в подслизистом слое выявляются, прошиваются, перевязываются. То есть так прицельно, да, прям, это, да, получается? Так называемая технология HEL. Геморроидальное артериальное легирование, от аббревиатура от английских слов. У нас в арсенале вот все, что мы сейчас сказали, все, что перечислили, в принципе, все есть. Да, да. Мы все у нас в регионе делаем, да? У нас в отделении, да, все это присутствует. Евгений Иванович, ну вот все-таки вот уже об этом мы говорили, да, что иногда пациенты смотрят средства массовой информации, там в интернете какие-то находки, там, как вы сказали, сарафанное радио и так далее, так далее. Вот все-таки геморроидальная болезнь, она может сама пройти или какой-то, если заниматься там самолечением, например, да, какими-то другими способами, то есть абсолютно не, там, не консервативными, да, вот как вы к этому относитесь? Но... Я думаю, что самостоятельно это все-таки не пройдет, наверное, если не, нужно обращаться если не заниматься собой. Самостоятельно она не пройдет, но здесь самое главное и самая главная опасность, которая таится в этом, потому что ведь можно под этой маркой пропустить другие какие-то заболевания. Потому что у нас вот приходят на прием пациенты, когда первый раз, первично, у них у всех один диагноз только – геморрой. Вот просто спрашивают, что вас беспокоит? Они говорят, геморрой. Ну, зачем вы так сразу диагноз-то сами себе поставили? Вы рассказываете, что именно вас беспокоит, потому что на поверку потом оказывается, что там совсем другие… Ну, давайте скажем прямо своими словами, как это есть. Да. То есть это онкология, может быть? Может быть онкология. Прежде всего надо исключить это. Мы проводим дифференциальный диагноз. В первую очередь. Прежде всего онкология. О чем я и говорил, что к нам на операционный стол не попадают, ни один пациент не попадает без эндоскопического исследования. Это закон, это важно. Это есть, это отражено и в национальных клинических рекомендациях, и в стандартах, которые утверждены на территории Российской Федерации, и не только Российской Федерации, практически во всем мире. Нельзя заниматься лечением как так называемых малых проктологических операций без четкого представления о состоянии всей толстой кишки. На этот ответ может дать только специалист. Тотальная колоноскопия, конечно. То есть исследование и да, в конечном результате уже специалист поэтому, должен поставить поэтому диагноз. Поэтому здесь самолечением-то может и можно было бы заниматься, но это очень опасно. Как и во всем буквально. Это так же, как, я не знаю, ну, допустим, лечить годами какой-нибудь бронхит себе, не делая ни разу там рентгенологические исследования или легких. Или хотя бы флюорографии, да? И флюорографии. А может быть там уже и туберкулез, а конечно, может быть и онкопатология. Конечно. Примерно здесь то же самое. Евгений Геннадьевич, а вот очень частая находка геморроидальной болезни именно вот у беременных и у женщин, которые рожали, да? Вот, как правило, вот есть два мнения, что вот именно беременность приводит, да? Или вот именно, вот, может быть, роды, последствия родов приводят к геморроидальной болезни или геморрою. Вот ваше мнение на эту тему? Ну, я скажу и свое мнение, и как бы официальное мнение по этому вопросу. Да, во время беременности геморроидальная болезнь часто очень манифестирует. Это связано с многими причинами. Прежде всего, это повышение, опять же, внутрибрюшного, повышение давления в нижней полой вене, в системе нижней полой вены, что затрудняет отток от всех органов малого таза, включая прямую кишку и анальный канал. Это за счет, в общем-то, увеличенной беременной матки. И где-то может иметь место даже и компрессия непосредственно нижней полой вены. То есть на органы малого таза идет нагрузка, да? Да, в целом считается, что это повышение внутрибрюшного давления за счет увеличения всей матки. Это раз. Второе, у беременных, в общем-то, повышается объем циркулирующей крови. Прилично, я сейчас не помню, по-моему, процентов на 35, чем у небеременной женщины. Во время беременности. Это тоже, в свою очередь, приводит к застою и к нарушению оттока. Третий факт.
фактор, это, конечно же, изменение гормонального фона, это вот высокий уровень прогестерона, который, в общем-то, снижает тонус вен венозной стенки и вообще сосудистой стенки. И четвертый момент при беременности, который присутствует, это частые все-таки нарушения транзита по кишечнику из-за того, что идет его смещение, опять же, толстой кишки маткой, увеличенной маткой, и появляется склонность такая к запорам или запоры прям совсем, что это тоже провоцирует, в общем-то, проявление геморроидальной болезни. Но здесь пугаться, наверное, не надо этого. После родов обычно все это начинает приходить в норму, да, но не всегда, не всегда, конечно. Беременные часто обращаются к нам, в общем-то, иногда приходится и оперировать даже уже на поздних сроках беременности. Николай Иванович, ну вот все-таки вот к какому специалисту, вот при даже минимальном, ну вот симптомы, появились симптомы, которые мы перечислили, да. Там боль, какие-то примеси в стуле, да, там, то есть нарушение акта дефекации, там, и так далее, да, дискомфорт. Вот к какому специалисту вот, в первую очередь нужно обратиться? У нас доступно, в принципе, в каждой поликлинике есть хирурги. Для начала, конечно же, к хирургу, где будет произведен осмотр, банальное пальцевое исследование, визуальное прямой пальцевое кишки, исследование. Да, банальное пальцевое исследование, и дальше уже хирург направит, конечно, к проктологу. Если в поликлинике присутствует колопроктолог, то, конечно же, можно и непосредственно к нему. Если кто-то желает сразу же, то тоже, пожалуйста. Мы никогда никому не отказываем. То есть заполняется лист консультанта, также элементарно. Без всяких проблем мы проконсультируем. Ну, то есть, в принципе, доступность такая, да, абсолютно есть. Я не знаю, я считаю, проблем никаких здесь нет проконсультироваться. Единственное, я хотел бы сказать, что сейчас, конечно, очень много различных приемов в частных клиниках. Ну, здесь, наверное, нужно все-таки поинтересоваться, кто принимает, где принимает, какой опыт у врача, есть ли вообще сертификат специалиста, это или там сейчас вот будет свидетельство о аккредитации, какой опыт в этой сфере, какая категория и так далее. Потому что, конечно же, тоже в этом небольшие проблемы есть. Не хочется, наверное, сейчас это в этой передаче это поднимать. Вот. Просто поинтересоваться, кто вас будет смотреть, и тем более, если предлагается операция, то какая операция и кто будет вам ее делать. Здесь немножечко, пожалуйста, соберите информацию. Евгений Геннадьевич, ну вот сейчас тоже вот диспансеризация, да, сейчас наконец-то возвращается диспансеризация, мы входим в свое русло потихонечку, да, вот, вот насколько все-таки вот важна выявляемость именно при диспансеризации, насколько вот эти объемы диспансерного осмотра позволяют вот выявлять таких пациентов вот именно с геморроидальной болезнью? Да, это очень важно, ведь сейчас вот в диспансеризации обязательным является ежегодное исследование иммунохимикала на скрытую кровь, причем иммунохимическим методом, когда исключается, в общем-то, попадание гемоглобина какого-то алиментарного там с пищей. Вот, при, конечно же, положительном этом анализе необходимо как минимум назначить колоноскопию и, наверное, направить на консультацию уже к колопроктологу. Потому что откуда же там кровь? Да. Ну, то есть достаточно такое достоверное исследование, которое позволяет нас уже насторожиться, и пациент точно будет вовремя направлен к колопроктологу. Обязательно. Потому что пропущенная онкология, когда появляется уже клиника, к сожалению, уже бывает поздно, и результаты уже немножечко другие будут. Потому что сейчас колоректальный рак, он, в общем-то, выходит на третье-второе место, а по причине госпитализации в дежурные общехирургические отделения он на первом месте. Ведь если посмотреть на хирургическую патологию вот острую, то, допустим,
обтурационная толстокишечная непроходимость каждый день поступает. А это уже как минимум третья стадия, как минимум Т3, когда опухоль уже перекрывает просвет желудочно-кишечного тракта, в частности толстой кишки. Ну, еще вот, Евгений Иванович, вот я тоже всегда говорю, да, что вот если вас направили к онкопроктологу тоже, да, тоже бояться этого не надо, потому что, нет, да, конечно. Потому что там же возьмется биопсия, да, гистология и все, и так далее, то есть пациент, чем раньше выявится, да, этот диагноз, да, конечно, тем быстрее конечно. Назначится базовое лечение. Основное количество ведь рака, основное количество колоректального рака, это так называемый полипозный рак. Полипозный рак, когда все начинается сперва с полипа, появляется сперва доброкачественное новое образование, полипчик небольшой, потом он постепенно растет, растет, потом происходит его дисплазия, он меняется, начинает перерождаться, и потом он превращается. То есть, чтобы мы имели опухоль, которая уже будет клинически себя проявлять, должно пройти, в общем-то, приличное время. Ну вот очень хочется, чтобы вот из нашего разговора, да, чтобы наши телезрители уловили такую вот самую основную мысль, что если у вас есть какие-то признаки геморроидальной болезни, да, не нужно, как говорится, заниматься самолечением, да. Обращайтесь да. к врачам обязательно, не тяните с этим, да, потому что действительно на ранних стадиях, как любое хроническое заболевание, на ранних стадиях поддается лечению и практически, да, 100% вылечивается, я так понял, поддается да? Поддается лечению, и самое главное, мы тогда не пропустим другую патологию, не да. только онкопатологию, ведь еще ну, масса любой существует. Другой, да. Всего. Да, это да. и воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит, который тоже очень тяжело лечится и тоже, в общем-то, инвалидизирует пациентов. Евгений Иванович, ну и какие-то добрые советы, может быть, по профилактике именно, ну, может быть, геморроидальной болезни и болезни других там болезней тоже этой области? Ну, советы какие? Заниматься активным, вести, точнее, не заниматься, вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, избавиться от вредных привычек, хотя бы по возможности. Вот. Это правильное здоровое питание с большим количеством, в общем-то, клетчатки, пищевых волокон. Это исключение или ограничение употребления так называемой рафинированной пищи. В общем-то, ну и, конечно же, беречь себя от стрессов. Хронические стрессы тоже приводят ко всем этим проблемам. Это нормализация веса, безусловно, нормализация веса. Ну и по возможности, конечно, исключение тяжелой физической нагрузки. Ну и не стесняться обращаться при необходимости за помощью к специалистам, вовремя проходить все медицинские обследования, диспансеризацию, не бояться колоноскопию. Здесь тоже почему-то среди населения существует вот такое, что колоноскопия – это очень плохо, это очень больно. Ну, на самом деле нет. Абсолютное большинство, больше 90% легко ее переносит. Не надо никакого наркоза, ничего не надо. Даже, и потом никто же не будет мучить-то. Ну, сколько смогут, столько посмотрят. В самой кишке нет никаких болевых рецепторов. Болевые рецепторы есть в рыжейке, когда она натягивается, есть на париетальной брюшине. И когда, если имеются какие-то изгибы, перегибы, тогда только может возникнуть болевой синдром. Но никто, ни один эндоскопист не будет это все форсировать, сколько смогут, столько посмотрят. Хотя бы левую половину, до селезеночного нога. Потому что основное количество всех болезней сконцентрировано в прямой и сигмовидной кишке, более 70%. Но если уж совсем боятся и не хотят ни в какую колоноскопию делать, тогда существуют сейчас, в общем-то, альтернативные методы. Это виртуальная компьютерная колоноскопия, это когда на компьютере идет моделирование и смотрят. Но здесь либо ядерно-магнитно-резонансная энтерография. Шикарные методы, очень хорошо везет, но здесь надо помнить то, что если что-то там обнаружится, все равно нужно будет потом делать колоноскопию для того, чтобы взять какой-то анализ ткани оттуда. Угу. Вот, наверное, так. Спасибо большое, Евгений Геннадьевич. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.